У 43-й школы Ярославля установлен новый забор. Прежний с символикой СССР демонтирован по причине плохого состояния. Он угрожал безопасности детей. На том же месте появился новый с профилем и автографом Пушкина. Школа носит имя поэта, а старое ограждение ждет новая жизнь. Мы договорились с музеем истории города, что они фрагменты забора установят у себя. Конечно, фрагмент самый важный с символикой советской эпохи мы оставим и в собственном музее. Для меня все-таки дети главное, их безопасность. Обновляется и старое здание 43-й школы, оно 1936 года постройки. Заднюю и боковые части утепляют, фасад покрасят в тон с новым зданием пристройки. Напомним, на территории школы завершается большая стройка. Возведен фактически новый корпус. Новое здание существенно разгрузит школу и 1 сентября распахнет двери для учеников.